Всем огромный привет! Сегодня готовлю хрустящие куриные наггетсы. Аппетитная хрустящая корочка сверху и нежное сочное мясо внутри. Разве можно отказаться от такой вкуснятины, тем более готовится буквально за считанные минуты. Итак, приступаем. Берем куриную грудку, у меня весом 500 грамм. Нарезаем на кусочки небольшого размера. Кладем в подходящую миску. Добавляем половину чайной ложки соли и специи. Смесь перцев. Сладкая паприка, примерно половина чайной ложки. Все хорошенько перемешиваем и отставляем в сторонку. В миску разбиваем 2 яйца, подсаливаем и взбиваем вилкой. Берем кукурузные хлопья. При выборе обратите внимание, чтобы они были без сахара. Хлопья измельчаем при помощи скалки или можно воспользоваться блендером. Берем кусочек мяса, обваливаем сначала в муке. Затем опускаем в яйцо и теперь обваливаем в кукурузных хлопьях. Так продолжаем со всеми кусочками. Для удобства я сначала обваливаю все кусочки в муке, затем одной рукой опускаю в яйцо, кладу в хлопья и другой рукой обваливаю в хлопьях. На сковороду наливаем растительное масло, хорошо разогреваем. Кладем наггетсы и жарим на среднем огне до готовности с двух сторон. По времени занимает примерно по 3 минуты с каждой стороны. Снимаем на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло. Хрустящие, такие вкусные, обязательно приготовьте по этому рецепту наггетсы, они действительно получаются самыми хрустящими. Подаем с любимым соусом. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!